Спасибо большое, Геннадий Величкин. Вот только что здесь одарил меня поцелуями. Ну, а мы можем только поздравить Илью Воробьева с этой победой. Вы самый молодой тренер, который добился такого результата. Хотя вы прекрасно знаете, что 2 года назад, да, вы делали то же самое, но уже находясь как бы на посту второго тренера. Это помогло вам сегодня выиграть эту серию? Конечно, помогло. Такой опыт бесценен, да, и очень помогло. За счет чего все-таки удалось обыграть, ну, изначально фаворита, казалось бы, этой серии? Ну, ребята, во-первых, ребята просто молодцы. Они герои, действительно герои настоящие. И нам надо было, понятно, что и побыстрее команда, и силенок у них побольше. Нам надо было очень просто сыграть и выводить шайбу, когда надо, и не делать своих ошибок. Сегодня тоже у нас сил не особенно было, но мы вытерпели. Ребята выполнили все задание, Вася здорово отыграл, и поэтому выиграли. Ну, вас называют фанатиком, настоящим фанатиком хоккея. Вот на самом деле, как вы прошли весь этот путь, я имею в виду, вот этот плей-офф, розыгрыш Кубка Гагарина. Насколько вы выхолощены? Насколько вот вы отдались, наверное, всему процессу, хотя по внешнему виду не скажешь. Но если я сейчас пару дней посплю за этот плей-офф, после плей-оффа, я буду очень счастлив. Спасибо большое еще раз победы. Спасибо, Илья.